Всем привет, дорогие друзья! Перед тем, как отправиться снимать Бельбекский водозабор в Севастополе, решил зайти на набережную города Ялты и посмотреть, купаются ли люди на крещение. Ну, подойдя к часовне, где обычно это действо происходит, стояли одни МЧСники, от них узнал, что мэрия Ялты отменила в связи с ковидом, отменила все массовые купания на набережной, и поэтому вот разрозненные люди чуть дальше пошли на Приморский пляж, и вот здесь производят омовение. Ну, немножко я вот решил снять, затем поехал дальше. Вот, посмотрите. Как вы видели, температура утром была минус 7 градусов. Можно сказать, безветренно, чуть-чуть такой небольшой ветерок был. И вот уже начинается. Кто-то ночью купался. Вот узнаю, что в Керчи этот вот ритуал не отменили. Но видите, каждые власти сами решают, что и как делать. В Ялте вот так. Одинаковая приблизительно температура. Ой, одинаковое говорю, 7-8 градусов вода только с плюсом, а на улице 6-7 только с минусом. Ну и вот, посмотрите, как готовится к заходу в воду. Прям как Иисус в реку Иордан заходит. Поздравляю всех с праздником Крещения. Напишите, кто в своем городе купался, кто не купался. Пишите свои ощущения. Больше пишите, кто купался. Просто интересно будет, вот при какой температуре воды и при какой температуре воздуха. И каковы ощущения после вот этого всего. Ну, видите, он еще и не замерз. Просто так немножко покрывалом накрылся и ничего. Люди подходили, уходили, в основном вот по одному, по два человека, таких массовых скоплений не было. Ну, может быть, потом, в течение дня, не знаю, но вот утром вот так было. января 19, крещение. Ну, вот еще два человека, видите. Ну а так вообще утром на набережной Ялты было совсем немноголюдно. Вот отдельные граждане пришли искупаться. Ну а мы наводим камеру. Вот место, где должны были происходить все мероприятия. Видите, стоят МЧСники и гоняют всех, кто вот здесь захочет искупаться. Вот возле часовни. Обычно всегда здесь проходит купание на 19 января.
Но сегодня, как я уже сказал, все эти мероприятия были отменены по решению мэрии города Ялты. Ну а мы с вами уже перебрались на гидроузел, Бельбекская долина. И обратите внимание, все белым-бело, но работы идут, не прекращаются. На момент съемок здесь уже температура воздуха была минус 4, минус 5 градусов, чуть повыше температура была. Ну и вот схема водозабора из реки Бельбек, Днепровский водовод. Просили меня показывать, но я в видео неоднократно это уже показывал, но чтобы освежить память, вот посмотрите, пожалуйста. Здесь все данные, характеристики. Кому интересно, можно нажать на паузу и изучить. Это ковшевой водозабор. Вот его схема, чертеж, как он будет выглядеть. Это вот в разрезе. Общий план. Накопительный бассейн. Все здания. Как пойдет русло реки Бельбек с захватом вот бассейном. 150 тысяч метров кубических объем бассейна и площадь 33,3 тысячи квадратных метров. Это накопительные емкости чистой воды, вот хорошо их видно, административное здание, насосные станции. А это вот красным выделен, как идет водовод до Днепровского водовода и вместо подключения к Днепровскому водоводу. Вот под дорогой проходит. И вот 3 километра, порядка около 3 километров длина этого водовода до Днепровского. Ну а это вот река Бельбек уже ниже по течению за гидроузлом. Обратите внимание, увеличился объем воды здесь. Вот труба, это уже хорошо так работает дренажная система. Показывал я вам, как вокруг накопительного бассейна укладывают трубы, колодцы мы их до сих пор видим, и вот дренаж сбрасывается вниз, ниже по течению за гидроузлом, вот в реку Бельбек. Чистая водичка, прозрачная, и труба почти полная, вот дренажная. Так что дренаж работает, грунтовые воды вокруг накопительного бассейна собираются в трубы и отводятся, чтобы не было излишнего давления на стенки накопительного бассейна. Ну и давайте теперь проследуем с вами в сторону стройки и все по порядочку рассмотрим, какие же здесь дела. Вот прямо здесь на начале ролика хорошо видно, земляные работы идут, вывозят излишки грунта и формируют берега реки Бельбек уже за гидроузлом, после того как речка выйдет вот из этого ковшевого забора и дальше пойдет в сторону Любимовки и в море. Вот видите, стенки уже реки формируют, экскаватор, грунт подвозят. Ну а здесь вот излишки грунта вывозят. Уже планировочка идет, как известно, на днях здесь побывал губернатор Севастополя и сказал, что с опережением графика все работы здесь идут. И к 1 марта 2021 года этот объект должен уже начать работать. 150 тысяч кубов в накопительном бассейне будет храниться, и из них будет каждые сутки подаваться в Днепровский водовод на очистные сооружения до 50 тысяч кубометров воды. Это чуть меньше дневного потребления, половины нормы дневного потребления Севастополя. Севастополь потребляет где-то 120, 140, 150 тысяч кубов в сутки. Если Бельбекский гидроузел будет давать 50 тысяч кубов, это очень заметно разгрузит Чернореченское водохранилище. Сейчас еще из Кадыковского карьера забирают до 15 тысяч кубов каждые сутки. Ну и вот сейчас дожди, снега, явно прям увеличился объем воды в реке Бельбек. Показывал я вам, куда впадает Бельбек, в районе Любимовки, как вода выходит. Кто не видел, посмотрите, интересно. Ну а мы вот с вами как раз в районе ковшевого водозабора. Через дамбу будет перетекать водичка,
часть пойдет в накопительный бассейн, а часть пойдет дальше по своему руслу. Ну, будет как сообщающийся сосуд. Плотина поднимет уровень воды, естественно, и здесь вот будет то же самое. До плотины, какой будет уровень воды до плотины в Бельбеке, такой уровень будет и в этом накопительном бассейне. И потом через плотину будет уже перетекать вода. Так что здесь многие, вот, ну не многие, пишут, столько воды не будет. Так это ведь накопительный бассейн, потихонечку будет, никто не торопит, будет вода скапливаться здесь. Потом будет забираться, опять скапливаться. Так что хорошие мысли, вот кто инженеры придумали вот это сооружение. Вода здесь постоянно будет, как сдадут объект, обязательно мы с вами посмотрим его в действии. И вот, обратите внимание, здесь вот продолжают армирование стенки вот этого русла. Ну, бетонные работы, конечно, все остановили на время морозов. Обещают уже, что 21-го уже... 20-го, может, во второй половине дня уже будет потепление и потом продолжит. Сейчас пока вот армируют основание, картами вот армируют, такими захватками последние штрихи. Видите, там еще снег. И вот здесь уже вот выпуска оставили вот под плотину. Ну а дальше, как мы видим, вот оттуда мы с вами начинали наш обзорчик. Обратите внимание, вот обвязочный пояс по шпунту сверху уже вот готов и слева, и справа. Слева мы, когда залетали, там вот часть уже забетонировали. В прошлом ролике только был армирован этот пояс, но сейчас уже вот опалубка вот с левой стороны еще не разобрана, заармирован. Как я сказал, бетонировать сейчас в такое время нельзя, если даже... до 5 минуса можно бетонировать, то бетон обязательно нужно ставить на прогрев. То есть такой прогревочный провод обматывают по всему периметру арматуры там и включают трансформаторы и вот греют бетон. Но это довольно-таки энергоемкое, затратное и по времени очень долго, много времени занимает этот провод протянуть. Тем более тут холода-то 1-2 дня и опять будет тепло, так что лучше подождать. Вот, хорошо здесь видно, река Бельбек, и формируют русло, формируют стены русла. Ну а дальше она пошла туда, в сторону моря, в сторону Любимовки. Мы теперь с вами двигаемся дальше на территорию, где будут находиться лосы, локальные очистные сооружения, административное здание. Вот, кто хочет сравнить, может вот схемку там отмотать, посмотреть, и где какое здание будет, посмотрит. Забор ставить продолжают здесь. И вдоль забора уже вот там, видите, траншею протянули, прокопали. И туда вот видно, что уже уложили кабель или труба, вот сверху не очень хорошо видно. Ну, может быть, тоже как дренаж будет. Насосная станция, вот ее бетонируют. Сейчас тоже остановили бетонирование. В основном сейчас земляные работы идут. Вот посмотрите, здесь планировку делают. Насосы установили вот прямо. Мы в предыдущем ролике с вами видели. Их поставили и затем уже начали собирать конструкции вот этого здания. Сейчас уже вот перекрытие такое секционное уже сделали. Но пока еще стены не закрыли, видно там насосы. Ну и, соответственно, вот эти самые заметные сооружения на всей территории гидроузла, это емкости. Вот каждая емкость по 1000 кубометров чистой воды. 12 метров высота вот этих емкостей. Все уже практически готовы они. Интересная технология их перевозки была. Наматывают на катушку рулон листовой металл, уже сваренные листы на заводе. И здесь потом расстилают дно, основание тоже металлическое. И разматывают эту катушку потихонечку и сварочные работы. Сварочных работ, конечно, здесь много было. Но и сейчас вот уже все
готовы, обратите внимание. Осталось только покрасить. Разводка труб к этим емкостям вот идет с обеих сторон. Трубы, колодцы, вот такая вот система здесь. И везде работы идут, как мы уже с вами отметили. Двигаемся дальше. Сейчас посмотрим. Вот русло Бельбека здесь тоже обкладывают камнем. Берегоукрепительные работы идут. Ну вот что-то в контейнерах привезли. Сейчас Бельбек идет по временному руслу, в сторону его отвели, чтобы не мешал строительству ковша и русла, по которому он пойдет уже потом основательно. Так, а здесь вот он идет, он, видите, в сторону отвели его, ну и посмотрите. Сверху, конечно, такое представление, вот сколько воды, не очень понятно, вот вначале я вам показал с земли, как журчит водичка там. Так что сейчас мороз, конечно, таяние снегов прекратилось, поэтому и увеличение воды в Бельбеке остановилось. Ну а когда вот я вам показывал в предыдущем ролике, как раз температура была положительная, и вот дожди прошли, где-то снег уже подтаивать начал, заметное было увеличение. Вот здесь посмотрите, как красиво сделали уже, выложили берега Бельбека, и вот он течет уже, дно русла тоже выложили камнем, уже это как очистка идет, первичная очистка, все тяжелые взвеси там задерживаются, но не все, конечно, часть, и вот он пошел там. Разворачиваемся, и теперь мы с вами летим в накопительный бассейн, посмотрим, как там, пролетим по периметру его и оценим, какой прогресс работ со дня предыдущего ролика. Сразу хочу отметить, заканчивать погружение шпунта. Вот одна из стенок, где будет ковш, вот с этой стороны, где мы сейчас с вами находимся, стенка бассейна будет вертикальная. Сначала погружают шпунт ровненько так вот. Вот заканчивают как раз вибропогружатель, вот работает. И затем с внутренней стороны бассейна производят армирование и бетонирование стены. А за шпунтом вот как раз видимы колодцы дренажные, где собирается дренажная вода. Вот, хорошо здесь видно, вибропогружатель. Практически все завершено. Вот мы с вами стали свидетелями почти окончания работ. Три стены бассейна будут под наклоном, где-то в 45 градусов, а эта вот стенка будет вертикальная. Шпунт забит, ну, неправильно забит, погружен, но как-то на язык ложится забитый шпунт, хотя вот вибропогружателем его здесь. И затем армирование, еще, конечно, работ здесь вот по армированию, бетонированию достаточно много. Еще вот не забетонированы, раз, два, вот две карты рядышком прям, потому что как раз где шпунт били, работы по армированию и бетонированию основания не велись, а только шпунт отходит дальше, сразу же начинают заниматься армированием и бетонированием. Ну и вот посмотрите, как будет выглядеть обвязочный пояс по периметру бассейна. Погружали здесь сваи, и потом вот такой воротник обвязочный делают. Все эта конструкция будет удерживаться. Вот сваи погрузили, забили, вот здесь именно забивали их при помощи копра, дизельного гидромолота. Но здесь еще нет, вот там уже армировать начали.
И такой парапет бетонный будет. Вот такой здесь будет огромный бассейн, конечно, 33 тысячи квадратов. Ну и забор с левой стороны будет. Посмотрите, сколько грунта здесь. Вот вывозят его сейчас. Где-то вывозят на подсыпку формирования русла Бельбека. Ну, а остальное вывезут, наверное, или как-то спланируют его. Посмотрим, что будет здесь. Приемный колодец. Вот хорошо здесь видно. Уже трубы такие вот, как установили. В предыдущем ролике их не было. И будет подаваться на насосную станцию первого подъема. Вот именно отсюда. Кусочек здесь остался, вот стенки не забетонированные как раз. Ну, заармирован, готов к бетонированию. Единственное, морозы внесли свои коррективы. Вот там последние штрихи доделывают все. И здесь посмотрите, сколько экскаваторов, сколько техники. Земляные работы в полном разгаре. Погрузчики, самосвалы. Ну и самая основная работа идет, конечно, на ковше. И вот эту стенку сейчас тоже ее армируют и устанавливают опалубку. Вот хорошо здесь видно, видите, вот шпунт и выпуска из арматуры торчат. К ним будут навязываться вертикальная арматура, вязаться сетка стены. И все самое интересное, что шпунт, вот сейчас дальше мы с вами пролетим, будет хорошо видно, будет единое целое, сверху будет такой монолитный обвязочный пояс, и стена сама будет армирована вместе с этим поясом. И шпунт будет как бы вписан в этот монолит. Ну а здесь вот выход или заход воды с русла Бельбека будет в бассейн. Вот, подымут при помощи плотины уровень здесь. Вот видели мы уже там. И русло реки и бассейн будет два сообщающих сосуда. То есть насколько плотина поднимет уровень в Бельбеке, настолько уровень будет и в этом бассейне. Но все вот как раз на это и рассчитано, и просчитано. Вот уже видите, поставили опалубку часть, уже раскрепляют ее потихонечку. И вот хорошо здесь видно, видите, шпунт в теле будет стены. Сверху тоже вот армируют вместе со шпунтом. Вот хорошо здесь видно. И такой вот монолит будет. Ну а сзади, вот где дренажные колодцы, естественно, произведут обратную засыпку. И уравновесят давление. Здесь вот водой заполнится. Вот, видите, идет армирование, хорошо видно, какая стена будет. Ну а здесь мы уже с вами видели, вот две захватки еще забетонировать нужно. Ну, пролетим до конца, чтобы вот по периметру облетели мы весь бассейн с вами, чтобы все это было видно. Холодновато, конечно, вот и погреться надо, видите, такой легкий костерок развели. Сыпучих материалов, щебень, песок, здесь еще достаточно много, вот кучи. Вот здесь еще видно сваи, как забивали, вот железобетонные, призматические. Здесь даже еще не срубили верх, не оголили арматуру, чтобы потом к ним привязывать пояс. Ну, вроде теперь все, вот облетели, возвращаемся. Теперь посередине бассейна пролетим, посмотрим. Основание все в снегу, вот
И вот в бассейне будет вода скапливаться, оседать будут частицы тяжелые. Это вот можно сказать, даже первая очистка будет. Всегда можно будет бассейн всю воду выбрать, если что, почистить его. Вот отсюда будет идти забор воды. Трубы идут по прямой. Вот видите, емкости 3 штуки показывал я вам, уже их засыпали. Песок, щебень. Вот туда будут они поступать, и оттуда уже дальше формируют основание под бетонирование. Вот тут насосная станция первого подъема будет. Ну а здесь вот складируют уже секции сборные под строительство самой, самого здания непосредственно. Видите, как все оперативно уже подвозят. Ну это также вот как емкости, видели мы с вами емкости вот эти 1000-кубовые. И возле них там насосная станция второго подъема. Уже насосы там ставят. Сначала поставили насосы, а затем уже вокруг них пляшут. Ну, вокруг них уже такое вот секционное здание монтируют. Ну, вот такой у нас сегодня получился ролик. Сейчас общий план, общий вид всего сооружения. А я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Спасибо, что поддерживаете канал. Видите, как много приходится ездить. Ялта, Севастополь, другие места. Какие, пока секрет. Но на этом все. Всего вам хорошего и до новых встреч.